Всем привет! Геннадий Ведута из Орландо, автор программы MIP, Maximum Achievement Program, а также тренер-коуч, путешественник и человек, который любит помогать другим людям достигать результат. Это одно из моих и профессиональной деятельности, а также и хобби. И сегодня я хочу с вами поделиться очень важной информацией. Вы помните слова Уинстона Черчилля? Знаменитые слова, которые он произнес в своей школе, когда уже был человеком известным на весь мир. Он сказал следующие слова для выпускников. Никогда, никогда, никогда не поддавайтесь. Never, never, ever give up. Так? И вот хочу вам сказать то же самое. Если вы начали новое дело, если вы начали новое дело в индустрии нетворк-маркетинг особенно, и у вас не получается, есть какие-то причины, что-то, какие-то преграды становятся на пути, знакомые начинают смеяться, не верят в вас, даже близкий человек, жена, муж, дети, отец, мать, знакомые, неважно, пробуют вас отговорить, и вы в конце концов отказываетесь, останавливаетесь и уходите. И потом говорите еще, там нет денег, там не зарабатывается и так далее. Почему? Потому что ты проиграл. А знаешь ли ты людей, которые выиграли? А знаешь ли ты тех людей, которые дошли до самой верхушки, до самого пика, на сам верх карьеры и построили будущее для себя и своих детей? Наверняка знаешь. А теперь я хочу поделиться с тобой историей Рона Уэйна. Его фамилия и имя, скорее всего, тебе ничего не скажут. Но если я назову фамилию Стива Джобса или Стива Вожняка, то наверняка ты вспомнишь, что это люди, которые основали компанию Apple. Маленький факт. Вместе с ними, третьим человеком, который был вместе с ними в начале и организовывал фирму Apple Computers, был также Рон Уэйн. В 1976 году, буквально две недели спустя, как они открыли компанию, он продал свои 10% акций за всего лишь $800. Отказался. Причин, настоящих причин, наверняка вам никто не сообщит. Но факт фактом, он их просто продал. 6 лет спустя, в 1982 году, эти акции уже стоили $1.5 миллиарда. $1.5 миллиарда. И $800. В 2009 году эти акции уже стоили $15.6 миллиарда. А на сегодняшний день их оценивают на более чем $50 миллиардов. По некоторым подсчетам 58 миллиардов и там еще с хвостиком. И $800. У вас никогда такого не было? Если ты начал новое дело, если ты видишь в нем смысл, если тем более видишь людей, которые уже достигли результатов, не поддавайся, не останавливайся, иди вперед, достигни своего. Ты стань лучше. Не позволь никому украсть твою мечту. Не позволь никому украсть будущее твоих и твоих детей только потому, что кто-то что-то о ком-то, о чем-то сказал. Какая разница? Иди вперед. Достигай результат. Это твое дело. Это твое будущее. Это твои 10% от глобального рынка, который ты возьмешь или дешево вот так вот отдашь. Успехов вам. До встречи.